Теперь Сирия. Правительственные войска ведут успешное наступление на позиции ИГИЛ и других, также запрещенных в России, террористических организаций. Они действуют с местным ополчением и вернули контроль над 11 поселениями к югу от Алеппо. Операции проводятся при поддержке российской военной авиации. Кроме того, Минобороны опровергло утверждение западных СМИ о якобы разрушенном в Сирии госпитале. Это снимок, который и материалы, которые видео тиражировались отдельными западными средствами массовой информации о якобы применении российской авиации по госпиталям. Первоисточником данной информации называлось Сирийское американское медицинское общество. И это снимок, который сделан с нашего самолета позавчера, 31 октября 2015 года. Как вы видите, здание госпиталя целёхонько. Более того, обращаю ваше внимание, что все здания вокруг него также целы, и сама улица абсолютно идентична тем съемкам, которые велись в 2014 году, и в интернете имеются данные об этом. Как напомнили в Минобороны, западные СМИ обвиняли российскую авиацию в уничтожении 6 госпиталей в Сирии. При проверке данной информации выяснилось, что в 5 из 6 населенных пунктов вообще нет никаких госпиталей.